заполнение бюллетеня для голосования на референдуме Республики Узбекистан. Так выглядит форма бюллетеня для голосования на референдуме Республики Узбекистан. В правом верхнем углу бюллетень должен быть подписан двумя членами и заверен печатью участковой комиссии. После получения голосующим гражданином бюллетеня он заполняет его в кабине или комнате для тайного голосования. Голосующий должен поставить в бюллетене для голосования знак «плюс», галочку или «X» в пустом квадрате, расположенном справа напротив варианта, за который он голосует по вопросу, вынесенному на референдум. Внимание! Бюллетень, в котором при голосовании проставлены знаки «плюс», «галочка», «X» или другие знаки, более чем в одном квадрате, либо не проставлено ни в одном, признается недействительным. Запрещается фото- или видеосъемка заполненного бюллетеня или процесса его заполнения, распространение, в том числе размещение снимков и видео в социальных сетях. Голосующий гражданин после заполнения бюллетеня складывает его посередине, опускает в урну для голосования.